Возможно, ребенок мой, один мы с мужем были, а возможно, он один дома. А вы сейчас будете, да, который вы? Да, да, это подобие суда, ничего. А, то есть мне предъявили, что я фотографировала с флагом. По суду... Могу я сказать? Можно. Говорите, говорите. По суду мне сказали, что я участвовала в массовых мероприятиях, когда людей, в принципе, мы были самые первые задержанные, а людей не было вообще, то есть мы на площади были, людей от силы там, ну, человека 25 было рассыпано по всей площади, приехал ОМОН, прошелся по площади, людей нету, они сели автобус, потом астрофировались с парком, уже было после 8 часов, сначала буквально начало 9, потому что как бы выборы закончились, агитацией я не могу заниматься никакой, естественно. Показываю там флаг, который наш, в принципе, исторический, да, президент в 94 году фоткался, когда приступал к, ну, своей должности с этим же флагом, да, и тут мне подходит к мужу, предъявляет, что мы используем запрещенную в Республике Беларусь символику, и пройдемте мужу в автобус. Меня отталкивает, мол, идите, я мужа не оставлю, я всячески, короче, иду с мужем, забегаю сама первая в автобус, потому что мужа я не брошу. И в итоге нам уже потом написали, что мы участвовали, не использовали незаконную якобы в Республике Беларусь символику, а участвовали в массовых мероприятиях, которые массовые мероприятия не назовешь, потому что рядом с нами вообще, в принципе, было только два человека, которые, девушка с парнем, фотографировались, на фоне там был красивый закат, то есть как бы массовое мероприятие не происходило. То есть мне сейчас дали 30 базовых величин, отпустили, потому что всем остальным у меня в камере, а девочкам дали 9 суток. Они будут сидеть 10 суток, нам вообще в холодрыге вообще невозможно. Там женщина в шортиках коротеньких и в маечке, ни одеяло нам ничего не дали. Нам дали только простыни, чтобы нарыть холодные матрасы обоссаны. Вы не представляете, какой-то там аромат. Матрасы мы даже не прикоснулись, мы было просто противно брать, чтобы перекинуть на свободные нары. Потому что мы не просто не было возможности, просто даже рядом с ним, чтобы он где-то скрученный был. Потому что он настолько обоссанный, такой страшный вообще-то. Нас не покормили, только то есть сутки нас продержали, и только вечером нам принесли страшную котлету с кашей. Двое из нас, я еще одна девушка отказалась вообще от еды. То есть я еще не ела. Вот меня уже двое суток, то есть как бы... Илья, дайте что-нибудь воды, может, женщине. Один раз предложили поесть только вчера вечером. Я уже дома поем. Есть сейчас, не поверите, не хочется. Я не ела, не пила. Воду нам тоже не представляли пить из-под крана. Из-под крана я не стала пить. Я не знаю, кто-то пил, кто стал на эти матрасы, я не собираюсь пить воду из-под крана. Потом девочкам дали по 10 суток, у них есть детей. А сколько их? Трое у нас было, всего четверо в камере. Девушка, можно, извините, пожалуйста... Кучерявая девушка была, Анастасия, да, Исаченко. Да, с Настей. Вот записала номер, ей дали 10 суток. Она дала номер матери, чтобы я позвонила. Шоколадки написали, то есть как бы на бумаге это... Сейчас мы договорились, я написала номера телефонов, чтобы связаться с родственниками, потому что не дают связаться, не позвонить. На наши обращения никакие не реагируют. Человек час, больше часа, не предъявляет, не представляет, медсестру позвали, ей плохо, стало плохо. И не привели ни медсестру, то есть мы нас повели сразу в суд, то есть где-то около часа, мы, у нас часов нету. Мы, то есть, мы не знаем, сколько какое время, только что вот по суткам, сколько мы там ориентируемся. Да. То есть иногда спрашиваем, когда посматривают на нас, сколько времени. Она попросила, постучала, попросила, чтобы пришли медсестра, он говорит, у меня поднялась температура, холодно. Говорит, давление, я себя плохо чувствую, болит голова. Мы прождали около часа, приблизительно, там, может, даже больше. Никто не пришел, мы несколько раз спросили, когда медсестра придет. В итоге нас выявили. Сейчас якобы суд какой-то такой этот вообще называется. Ну, никто нас не слушает. Услышали, что я была с флагом, да, что я выиграла. Все, с какой стати и все, с какой стати вы вообще хотели показать флаг? Я говорю, это наш исторический флаг. Президент фотографировался. Почему я не могу вообще, в принципе, я агитировать никого не могу. Было 8 часов уже после президентских выборов. То есть никого не заставлять там что-то агитации проводить тоже не могу. То есть я захотела сфоткаться, мне нравится, я купила закон. Накупила. У меня есть даже здесь еще до сих пор этот пакет с покупки флага. То есть, как бы, вот что он, это мой пакет. Я его купила законом основания в Беларуси за деньги, то есть мне спокойно его переслали. И почему и каким образом? У нас людей арестовали за то, что они были с ленточками.
И просто некоторые, которые... Вот у нас столько людей, мы там такие позитивные люди. То есть, как бы, ну вот... Только один человек нашелся, он хотел, чтобы мы как-то отпустили, скостили. Он сказал, что... Ой, ну это же их работа. Его задержали уже полсуток, держали. И он просто надеялся, что ему ничего не дадут, ни штраф, ничего. Он говорит, они все хорошие, про это просто их работа. Остальные люди позитивно понимают, что происходит. И вообще, ну, какая дикость творится. С нами обращаются как со свиньями какими-то. Вообще невозможно просто это было, ну, такое обращение. Это тоже ну, тут и там тоже. То есть, ну, там еще мы, хоть мы сходили в нормальный туалет, да, там как бы был их личный в туалет просто был. А здесь нет, у нас в камере есть, но такой туалет, что параша, в общем, что если назвать нормальным туалетом, то есть как бы я не мылась, да, никаких ни зубных щеток, ничего нам ничего не передают, то есть как бы, да, а переодеться ничего невозможно, холодно, если люди там были вообще, то есть я мерзла, настолько мы мерзли, потому что нары холодные, матрасы совершенно пользоваться невозможно, хотя бы даже смягчиться, они же твердые, мы накрывались простенько, замерзали, то есть как бы, ну, и нам... обещали еще вечером принести пледы, и так их и не принесли, буквально полчаса назад. А скажите, вот люди приносят посылки, да. Все, им я передают это, кому-нибудь передавали? Не передали, вот у нас передал муж посылку, нам не передали, ну там... Ну так, а так вот передают же. Да, сейчас. А я как зовут? Настя. Бердиевич, Анастасия Николаевна. У вас отрубали 9-го, так? Да, 9-го, 8-10 примерно. У нас по фотографии можно. Да? Да. Вы не знаете, где он? Сейчас хорошо. Может, как вас зовут?